Всем здравствуйте. Выйду на улицу, гляну на село, а народу нету никого. Смотрите, у нас как замело. Всю ночь снег был. Дороги так и не почистили. Вот такие сугробы у нас везде. Народу нет особо, как всегда. Все, наверное, лето ждут. А может, из-за этого коронавируса никто на улицу не выходит. До магазина и бегом домой. Дороги так почистили немножко, но все равно тяжело идти. Но лучше, чем вчера. Вчера вообще ужас, что был. Вон, видите, какие сосульки везде. Природа такая. Уже половина берез изломана. Народу вообще не видно. Ну так-то сегодня суббота. Может быть, и уехал кто в Инзу, кто в Корсун. На деревьях такие хлопья. Зимняя сказка. Друзья, ну что я вам скажу? Сказка, зимняя сказка. Вы посмотрите на это чудо. Красота. Сегодня так спокойно. Ветра нету особо. Получше, чем вчера. Вчера вообще у меня вечером лицо горело, отходило от снега, от ветра. Вот такой вид. Очень красиво, как в сказке. За всю зиму, наверное, такой тихий денек и погода хорошая, и все в снегу. Друзья, на улице Победы почистили дорогу. Полегче идти, чем вчера. Но здесь я вчера не проходила. Видите, какая береза красотка стоит. Может, через камеру не так передается. Это улица Победы. Прекрасно, все в снегу, все в снегу. Через камеру не так передается все равно. А вживую вот смотришь вообще. Родник бедный весь вон в снегу. Ну, в смысле, сугробы вокруг. Даже не подойдешь. Дорогу как чистили. Все завалили. Как домик стоит. Вот так вот. Красота. Любовь, вот смотрите, улица Победы закончилась, вот склады начинаются. Я поняла вам, что снять. Вот сюда проходишь, где железная дорога. И за эти склады направо, да? И там труба, вы говорили, какая-то. И катались, и зимой было прикольно. Но я сейчас не могу пройти, вы сами посмотрите, что здесь творится. Везде сугробы, я не хочу ноги переломать. Так что я не знаю, я не смогу вам это снять, вы уж извините. У нас тут зима по-настоящему, все в сугробах, и я эту трубу сейчас никак не найду. Как-то так. Друзья, вы только посмотрите, как клуб замело, такие сугробища. Каток так в этом году ничего не делали, я так поняла, забили на весь каток. Вот улица Советская начинается от клуба. Начала снимать. Так-то я вам много раз эту улицу Советскую снимала. Здесь дороги почищены, аж песочком посыплено. Здесь получше идти, чем там на базе. А мне на 36-й дом Олег попросил снять для него.
Сейчас найдем. Сниму, Олег, для вас 36-й домик. Я не знаю, идти снимать. Я уже много раз эту улицу снимала. Или дом просто вам снять. До 36-го, наверное, еще идти. А если он вообще находится после церкви, то я на днях только снимала вам это. Можно было видео посмотреть предыдущие. Это улица Советская. Машина ездит туда-сюда, сегодня суббота. Советская 8. Ну, точно, мы, наверное, на нём придется до конца идти. 10. 12. Короче, точно, наверное, придется до церкви, что ли, идти. Лишь бы не в самой вниз улицы. Я вам снимала эту улицу всю полностью. Вы просто не смотрите мое видео. В одном видео, наверное, увидели, и все, снимите это. Так надо смотреть. Я уже всю Глотовку обвегала. У меня все улицы уже есть. Ладно. Дойду, сниму. В центре тоже никого нету. Все, наверное, в город уехали, в Инзу, в Корсун. Потому что я сейчас из дома вышла, тоже возле домов нету народу. Это улица Куйбышева уже начинается, которую Наталья снимала. Советская, 18. Здесь магазины. Мы пойдем прямо. Ладно, поснимаю, а то мне тоже скучно идти просто так. Еще раз поснимаю. Сегодня даже ветра нету на улице, так прекрасно. Магазин тоже вон весь завалило снегом. И надпись «Глотовка, наша родина» тоже все завалило. Вот так, друзья. За всю зиму, наверное, столько снега выпало. Так, этот какой номер домика? На некоторых не написано номера. Здесь, смотрите. Если сюда смотреть, какая красота. Ну, а здесь, конечно, все разгромлено. Я вам уже показывала. Сегодня суббота, а, наверное, рынок не приезжал. Не почищено ничего. И там площадка вся в снегу, в сугробах. Вот так вот. Ну, а мы идем дальше. 26-й. О, может, еще домиков 10. 26-й дом. Здесь заброшенный дом. Следом тоже заброшенный. Вот. ЖД вокзал. Вот такая вот красота, друзья. Двадцать шестой дом мы прошли, друзья. Вот заброшенный 30-й дом. Я вам показывала тоже. Вроде центр Глотовки. Вот такой огромный дом заброшенный. Половина уже, вон, что-то уже, видите, и заруют. Окна выбили. Лазить, наверное, ребятня. Что им еще делать? Вот такой домик весь в сосульках. Здесь что-то не написано номер дома. На 31. Я так думаю. 32.
Здесь я вам показывала. То ли магазин, то ли еще что. Вон как возле магазина почистили. Хоть вид какой-нибудь можно подойти. Красота сегодня на улице. Тепло. Вот такой вид, друзья. Макушка какая интересная. Елочки. Все в снегу, все в снегу. Этот номер дома 36-й, что? Да. Вот, Олег, я вам снимаю. Дом 36. Здесь, наверное, никто уже не живет. Что-то ничего не чищено. Вот, Олег, я дошла. Сниму для вас. Ну, там во дворе вон кто-то чистит. И, может, соседи. Вот, короче, домик. Друзья, видите? Сказка, прям сказка. Все снегом завалено. Там, вон, телефон был, я помню, летом, когда еще ходила. Что-то убрали телефон. Это возле администрации в Глотовке. Вот елочка какая маленькая. Такая прикольная. Вот такой вид, друзья. Очень красиво. Надеюсь, вам тоже понравилось. Мне нравится. Классненько. Олег, сняла для вас видео, как вы просили, дом 36. И постояла с дядей Валерой, поговорила. Ну, конечно, я его не знаю. И он сказал, чтоб тетя Нина и вы хотя бы звонили, не забывали. Вот так вот. А то, говорит, обещали позвонить и не звонят. Так что звоните, не забывайте. Говорит, чтоб приезжали в гости. Больше, ну так, рассказывал немножко про Глотовку. Постояли, пообщались. А дома я вам чуть-чуть сняла. Так что вот так, звоните почаще, не забывайте. Друзья, вот здесь вот что ли пекарня была в Глотовке? Много раз вам тоже снимала. Вот здесь одни ворота, грубо говоря, остались. Там здание вот разрушено, труба вон огромная виднеется. Это возле железной дороги. Вот, друзья, здесь стоит на железной дороге, и вот это здание. Здесь вроде дом как жилой, а вот это здание, это разрушено. Вот так вот это, наверное, печка, пекарня была. Друзья, а мне сейчас придется... Вагоны нельзя снимать, а мне сейчас придется перелазить. Потому что вагоны поставили, а где вагоны заканчиваются, очень-очень... далеко идти. О, господи, лишь бы не упасть. Вот так вот приходится препятствия все преодолевать, лишь бы не упасть только. Ой, вот так вот вроде пролезли. Друзья, ну все, я перелезла. Смотрите, мостик, я вам рассказывала. Зимой заваливает, даже его не видно. Одни перила только чуть-чуть видно, и все. А здесь домики, которые я Любашке снимала. Здесь разгромленные. Женщина тоже пошла перелезать через вагоны. Я что-то как-то прыгнула неудачно. Аж спину прям ужасно дало. Вот так вот.
Сейчас придется опять по сугробам идти, добираться до дома. Это я вам все видео снимаю. Гуляю по Глотовке. И сейчас на этой, в центре там Глотовки снимаю. И две женщины идут. И одна другой говорит: вот, снимает в интернет, выложит. Сейчас все выкладывает в интернет. Да господи, и вы снимаете, выкладываете, но кто вам не дает? Тикток вон посмотришь, тоже же бабушки снимают и выкладывают, и танцуют, и поют. Мы же живые люди, надо чем-то себя, как не то что заинтересовывать, а увлекаться чем-то, что-то делать. А если будешь целыми днями, сутками дома сидеть, ничего не делать, с ума можно сойти. Я, например, вот видео снимаю, свежим воздухом дышу. Тоже же плюсы есть в этом. А это улица Максима Горького. Да, сейчас придется мне по дороге идти. Вот так ушки. Сейчас посмотрю, сколько зарядки. Наверное, по дороге пройду, потому что здесь вроде почистили. Можно. Ну ладно. По улице Горького лучше пройду, чтобы уже 100% знать, что дойду нормально. Здесь почищена дорога. Так вот, друзья, эту сторону Максима Горького я вам показывала. Немножко можно эту показать. Это как на базу ехать. Левая сторона получается. Вот собачка какая. Грустная что-то. Вроде на улице не так холодно. Но ветерок сейчас что-то поднимается. Вот так вот. Это улица Максима Горького. Я просто выключала камеру. Тоже от улицы ничего не остается. Олег, я вам все передала, что дядя Валера сказал. Звоните, не забывайте. Так что позвоните и пообщайтесь. Ну, вообще-то дело ваше, я не буду лезть. Вы просто просили дом снять, и я сняла. Смотрю, там кто-то, мужчина какой-то, ходит во дворе и снег чистит. У нас, видите, сколько снега нападало, сугробы какие. Аж с крыши, видите, как наклонилось. Вот сколько снега. То говорили, снега, снега нету. Вроде зима. И тут резко столько снега навалило. Машина едет, как всегда. Я вообще иду в стороне, никому не мешаю. Вот так вот, друзья. Это улица Максима Горького. И сейчас уже будет поворот на базу. Здесь еще, да, домик хорошеньких еще живут. Здесь вот домик украшенный. Улица Максима Горького, дом 1. Здесь улица Победы, тоже два дома. Я вам тоже много раз показывала. Назад постоянно оглядываюсь, чтобы машины едут, не едут. А то в шапке иду, ничего не слышно. Туда вон дорога, там тоже улицы. Улица Ватутина, еще какая-то улица. А здесь мы поворачиваем уже на улицу Победу. И скоро я дома буду. Вот так вот. Ну все, друзья, хорошего вам дня. Я сейчас потихоньку дойду до дома. Тоже чаек попью. Пишите комментарии, общайтесь между собой. Между собой же тоже интересно, кто в Глотовке жил.
тоже пишите, переписывайтесь. У меня так никогда часы просмотра не наберутся. Если вы молчком смотрите видео и все. Надо хотя бы что-нибудь писать, чтобы видео продвигалось, больше народу смотрело. Вот так вот. Пишите комментарии, лайки ставьте, кому не трудно, кому не тяжело. Я же стараюсь, вам видео снимаю, хожу. Как вы видите, на улице никого народу. Машина проедет, а одна-две. И все. И никого. Там в центре немножко ходит. И все. Так никого народу нету. Все дома сидят. Это улица Победы. Очень много домов разрушено. Вот так вот. А сейчас весна настанет, потом лето. Вообще ужас. Вид, конечно, будет. Ну вот как-то так, друзья. Сейчас к банкомату подошла, там тоже сугроб. Но правда возле банкомата чуть-чуть почищено можно было подойти. А так везде сугробы. Вон, видите, еле-еле колонку нашли, наверное, откопали. Вот такие сугробы. Смотрите, калина. Калина или рябина. Красненькая. Очень красиво смотрится. А громадные такие кустья. Друзья, ну вот, видите вы, сами улицы тоже наполовину уже вся разрушенная. Я вам снимала эту улицу много раз. Кому интересно, смотрите видео. У меня много видео про Глотовку. Просто надо с самого начала моего канала листать. И увидите много видео про Глотовку. Особенно летом я очень много ходила, снимала. Вот так вот, друзья. Смотрите, пишите, общайтесь. Возле магазинов он более-менее люди ходят, народ. Так особо нету никого. Ну вот и все, я дошла до базы. Сегодня не замерзла, сегодня тепло. Вчера просто снег в лицо, было ветер. Сегодня прекрасно на улице. Улица Победы, дом 22. Здесь тоже заброшено все. На левой стороне. Дом 19. И забитые окна. И заброшенный. Здесь тоже следом опять заброшенный. Одни воробьи поют. Воробушки веселятся. Диджей местные ездят веселяться. Сегодня суббота. Бабья работа, а мужики веселятся. Я тоже с утра убралась, все переделала. Еще вечером хочу пирожки испечь. А так сейчас пока вам видео снимаю, хожу.
Вот мы дошли до родника опять снова. Откуда и начала я видео снимать. Ну ладно, друзья, всем приятного просмотра. Пишем комментарии. Не забываем. Ставим лайки. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Берегите себя. Всем спасибо.